Господа присяжные, моему маникюру ровно 1,5 месяца. Я его делала 13-го. Что там, видно, что нет? 13 марта. Сегодня 24 апреля. Не видно, что отросли из-за того, что я идеально выбрала. Тут еще все отсвечивает. Цвет. Видите? 1,5 месяца. Кто мне скажет, что гель-лак это дорого? Это недорого, если раз в 1,5 месяца. Видите, как длинно отросли. Ни одного дефекта, но еще и потому, что я очень мало работаю руками. Чего я вам желаю. Придумайте что-нибудь, если не хотите готовить. И не готовьте. И не убирайте, если не хотите убирать. Надо просто грамотно все организовать. Извините, этот не хочет с утра загибаться. Ну что, идти на маникюр, голосуем или не идти? И эти загибаться тоже не могут. Ты-ты-ты-ты. Можно их обо что-нибудь. Что? Но на маникюр идти или еще подождать пару месяцев? Идти. Так, 11:30. Вчера я купила вот такой вот стрит-ролл в магните. Вот. Сейчас буду пробовать. У меня дома есть имбирь и соевый соус. В магните это очень недорого. Эти стрит-роллы вроде бы... Я, к сожалению, выкинула чек, но мне кажется, рублей 170. Мне будет достаточно одного ролла. Но его нужно, конечно же... О, сыр. Прикол. Прям кусок сыра твердого. Ну, ничего. Русская импровизация. Разрезать придется. Так, минус этого произведения очевиден уже. Это, конечно, размокшие водоросли, поскольку они вот так вот... И были приготовлены, срок хранения у них всего лишь 7 дней, хоть не 10, и то хорошо. Срок годности заканчивается через 5 дней. В отличие от онигири, который готовят на продажу, в магазины выкладывают онигири, там водоросль в отдельной упаковке, и так не страдает. Ну, если вы хотите есть, то вам и это сойдет. Если вы хотите идеальное блюдо, то, конечно, надо идти в ресторан, либо заказывать онигири там, будет у вас похожая начинка, но водоросль будет хрустящая. Так, дорогие друзья, вчера я купила продуктов на 500 рублей, сегодня я постараюсь их не покупать. Постараюсь. У нас много фруктов. В принципе, только вечером их начнут кушать. Блины Тёме и на вечер, и у Тёмы еще гость. Поэтому еще и на гости. Чтобы они не тратились, поскольку я дома, то могу сэкономить их бюджет. А может, они не хотят экономить. А я тут со своими блинами. Еще есть у меня курица. Не знаю, что тут такое у меня замороженные какие-то части, но попробую что-то приготовить из этого. Еще сварила яйца, буду их тереть. Вот так у меня вчера диклофенак-то. Та-та-та-та-та-та. Даже стол намыла. Вот, сегодня я тряпочкой оттирала стол, вы не поверите. Это, наверное, от нервов. После дня рождения мне было так плохо. И вот сегодня у меня... Да, ну хорошо, хорошо, три. Мы пойдем с тобой кота. Ты можешь молчать, когда я видео записываю? Так, итак, блины вот это нам. Вот это мальчикам положила 6 маленьких блинчиков. Это Тёме и его другу. Вот такую мазилку сделала. Здесь 5 яиц, немножечко огурца. Заправила странным соусом. Абсолютно безвкусный соус. Просто никакой. Сейчас еще что-то добавлять буду. Так, в общем, добавила просто майонез. Чуть-чуть уже стало лучше. Все, сажусь одна кушать. Так, что делает женщина, когда она дома? Готовит и ест. Мне показалось, блина мало. 1,5 блина я съела. Один большой, один маленький. Мальчики вообще за секунду все съели. Заказали себе из быстрой доставки с самоката. Шоколадную пасту и варенье малиновое. Не знаю, может, клубничное. А я вот с этим, но мне мало. Вот на хлебушек намазала, очень вкусно. Сто из десяти. Маракуйя вкус вил. Вика, да. Как оценишь? Сто из 200.
Извините, извините. Тёмин, не пойму кто, в ответ на Тёминое угощение прислал торт, Тёме целый обед какой-то комплексный, суп, второе, еще и пиццу. Вот так мы сегодня перебиваемся. А Даня принес два йогурта из школы, там их никто не ест. И больше ничего не принес. А что ты не принес? Яблоки какие-нибудь? Забыл? Ну что, не-не-не, там не кушаем. Перегрел? Не перегрел? Даже Даня поел у нас творожный торт. Да. Это был творожный торт из маракуйи. Посмотри на коробки, я не вру. Вон коробка. Посмотри на коробки название. Вкусный торт маракуйи, нежный сливочный мусс из глясаж из маракуйи. А где слово творожный? Ты его не увидел? У тебя фильтр стоит. Его нету. Иди сюда. Ну, сливочный. Я уверена, что я где-то читала творожный. Изделие кондитерские. Нету. Можно, пожалуйста, коробочку? Да. Лови. Даня. Не, ну правда, лови. Лови, я сейчас съем тебя, едем лицо. Дань, я не поймаю. Поймаешь. Ну дай мне в руку-то, ну. Да, Игля, Саш, бус. Так ты пиццу подогрел, ты забыл, да что ж такое-то? И где я видела творог? Сыр творожный, вот первая строчка в составе. Ну, увидел? Вик, тебе вот так приятно? Ты ел творожный, она все время мне в нос. Все, ты ел творожный торт. Все, оставляем это Тёме, потому что он... Я не поняла, он ел или нет. Он ел один кусочек, наверное, маленький. И они опять с дядей Сашей работают. Туда поставь. Даня. Все было так хорошо. Вкусно. Но только ее неправильно подогрели, к сожалению. Эту пиццу надо греть строго в духовке. Ее подогрели в микроволновке. Получается, сейчас второй раз ее подогрели. Ну, да. Ладно. Да. Вы не поверите, диклофенак 5% так прекрасен, что мы кое-куда идем вечером. У нас сегодня флорбол во дворах рядом с нами. А то если тебе пас давать будут, а ты по мячу не попадешь, и перестанут пас давать. Ребята, которые постарше, вредные. Хорошо. Отдохнешь и еще попробуй. Да? Отдохнула? Я тебя сфоткаю, как ты круто бьешь. Отходи от клюшек, чтобы они тебе не мешали. Ты будешь по клюшкам попадать. Иди, Дани! Сильнее, Вика! Еще сильнее, давай бей. Мы его просто можем остановить рукой. Клюшку наверх мы не поднимаем. И мяч мы просто остановили. Не так, что мы его поймали и себе под ноги бросили. Нет, просто подставили руку и его... Так, ну что, мы тут больше 2 часов уже. Надо разогнаться и усилить. Давайте там подъедем. Давай. Вы не поверите, дорогие друзья, я играла во флорбол. Я была вратарем. Потом с меня не очень вратарь, я так поняла. В общем, ноги у меня, похоже, будут синие завтра. Если будут, я вам покажу. Мне попадали мячом.
Вы подумайте, что я расстраиваюсь, поэтому я решила вам включить эмоции, как теперь говорят. И, короче говоря, эй, ребята, я не хочу так много обходить. Эй, они на самокатах, а я должна обходить. Короче, потом я была защитником. Все 2 часа я была защитником. Это жестко. У меня очень хорошее внимание, поскольку я водитель прекрасный, нескромный совершенно. Переходи давай быстрее. А вот с клюшкой у меня было не очень, мне больно ее держать. Поэтому иногда я отбивала ногами. Ногами я ориентировалась быстрее. Что ты изображаешь? Самокат потяжелел, что ли? Холодно. Она есть. Ну так поехали. А почему шарф-то так у тебя? Ужасно холодно стало. Не знаю, сейчас, наверное, 0 градусов. Но мы дико довольны. Но Даня такой странный игрок. Едва ходил там. Что это? Что это такое? Можно одежду сюда положить? Я все поняла. Не было раньше. Ух ты. Вот так вот. Можно сюда все принести. Игрушки. И что, полотенце, что ли? Прикольно. Полотенце я бы отдала. У меня много лишних. Мы очень голодные. Спешим домой. Потрясающий вечер. Все мои знакомые жалуются на то, что у них... Вика на тротуар! Даня на тротуар! А что ж такое-то сегодня? Все жалуются на то, что у них такая жизнь тяжелая. Школа, уроки, спать. Школа, уроки, спать. Я не понимаю, как можно так жить. Я не понимаю. У Дани все уроки сделаны. Посмотрим, что будет в других классах. Пока что сделаны. Данечка, очень опасно по дороге ездить, солнце мое. О, сегодня случилась трагедия, точнее, она случилась несколько дней назад. Что нам там делать? Да, чем меньше переходов, тем лучше. Сегодня стало известно, что это... Вы будете ехать? В Данином классе есть одна многодетная семья, у них мальчик попал под машину прямо тут у нас в наших домах. И он лежит в реанимации. Это брат одноклассника Даниного. И, конечно, это все очень ужасно. Мы там собирали сегодня деньги, переводили их. Но деньги тут никак не помогут. Просто поддержка маме так моральная. Там 5 или 6 детей. 3 мальчика, насколько я помню. Вот, поэтому я теперь прям совсем опасаюсь. Смотри, вот эта газель, она тебе заслоняет обзор. Видишь? Поэтому надо очень аккуратно высунуть нос. А мне кажется, нет. Да, тебе надо шевелиться, а не болтать. Баланс. Секундочку. После полезного игры вредная еда. Вот что я хотела сказать. Покажитесь. Красавцы. Ура, я купила сало. Не знаю, сколько стоит, но очень мало. Это 100 грамм. Килограмм стоит. Можно не чавкать? 659, значит, это рублей 70. Мне хватит недели на 3. Круто. Да. Кто-нибудь хочет сало? Нет. Как хорошо. Нет. Что ты сказала? Да. Да? Окей. Вика любит чуть-чуть сало. Неизвестно, но это натуральный продукт. Вообще планировалась видеохвасталка украшениями, которые Тёма вчера купил. Одно из них нам дали, а 2 он оплатил и ждали сегодня доставку. Доставка пришла. У меня нету сил сидеть, гудят ноги, и я не знаю, что со мной завтра будет. Поэтому... Все на флорбол, понятно. И завтра я вам покажу украшения. У меня 2. Они очень красивые. У Тёмы 1 в 100 раз красивее. Вот. Всех люблю, всех целую. Пишите, если что-то непонятно, задавайте вопросы. Всех люблю.
Люблю, пока-пока. Всем доброе утро. Это видео должно было быть хвасталки моими новыми украшениями. Но я вчера уснула. И я хочу сказать, что сейчас без 10:07.